4 марта губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой Лабытнанги Мариной Тресковой. На встрече обсуждались итоги развития муниципалитета в прошлом году и планы на 2022 год. Мы успешно пережили муниципальную реформу и сегодня приросли очень значимой частью населения, готовой к преобразованиям, активно занимающимся всеми вопросами своего поселка, участвующими в местном самоуправлении. Мы завершили с вами очень большой пласт работы, связанный с реконструкцией железнодорожной сети и по ряду объектов. Мы закрыли финансирование по этим объектам, ввели дороги в эксплуатацию, поэтому за это большое спасибо. Но говоря вообще в целом об исполнении бюджета, хотела бы поблагодарить вас за то, что даже в процессе его реализации за 2021 год он был увеличен в 1,5 раза именно на самые важные инфраструктурные проекты муниципалитета. Марина Трескова отметила, что в Лабытнанге в этом году ожидается ввод 4 домов, в том числе 7-этажных. Переехать в них смогут 465 семей. Откроются в городе и новые социальные объекты. После реновации школьников примет обновленная гимназия. В ней создано современное образовательное пространство. Телестудия, 2 новых лингофонных кабинета для изучения английского и французского языков и мастерские для творчества. Сейчас рабочие уже устанавливают мебель. Запустить образовательное учреждение планируется с начала 4-й учебной четверти. Большая работа была проведена в сфере благоустройства и ремонта дорог. В прошлом году обустроено 4 общественных и 12 дворовых территорий. Реконструированы детские площадки в Харпе. В планах на этот год привести в порядок 15 дворов и продолжить благоустройство зон отдыха.